Вечер добрый, дорогие друзья, с вами Квантум, и добро пожаловать сегодня долгожданная рубрика в GTA 5 онлайн. Встречай, смертельная полоса или же Death Run в GTA 5. Коротко о режиме. В игре принимает участие две команды. Цель первой команды — добраться из точки А в точку Б. Но все не так просто. Первой команде нужно будет пройти через ряд сложных ловушек. Цель же второй команды — не дать команде оппонентов добраться до точки, активируя ловушки. Смотри, что получится, мы будем начинать. Поехали! Готовы? Начинаем. Это Death Run, Димон. Да. Нам нужно бежать. На нас будут скидывать ловушки прямо на голову. Я уже чуть не упал. Главное в нас не стрелять, и все будет четко. А где вы? А, они вон там. Наверное, что-то падает уже. Побежал, Димон. Все, пакет, да. А там машины уже не падают. Да. Ничего на тебя не падает? Не-не, я жив, цел. Сейчас в Данька стрельну. Ё-моё, я чуть не упал. Так, вы что там, пацаны, решили поскиды? О, трубы покатились. Но ненормально! Да прыгай! Нормально! Димон только на старте вообще. Димон, там бежать надо как бы. Я побежал вперед. Давай. Сосочки! Сосочки! Электрические! Свои переживаешь? Как я прошел вообще здесь? Дима, кстати, нормально устроился там где-то. Ой-ой-ой, аккуратненько. Дима, там я разминировал уже все как бы. Беги вперед. Да я просто побираю сам собой. Мне, чтобы умереть, куда умереть, ты не нужен, и пацаны тоже не нужны. Я сам спрашиваю. Придурок! Мы их выделим. Конечно. А если не мы, то электричество. В принципе, Димон, мне кажется, мы можем ничего не делать, они и так проиграют. Да, вы сможете ничего не делать, вам же скучно будет. Ну, вот поэтому мы будем что-то делать. Я, допустим, испеку пирог. Ого. Американский пирог. Нормально тебе. Давай, пошел, не бойся. Хорошо, пошел. А этот бьет вообще не туда. Вообще, прошел, хорошо живет. Блять! Телепортируется. Давай, трубы, поехали. Я на них еду, мне нормально. Ну, сейчас ты скатишься. Что-то как-то не особо он. Не, он вышел. Да, у меня все под контролем. Смотри, вообще все равно. Плохо, типа... скорая помощь наша упала. Тут все машины попадали, посмотри. Падает. А, реально? Да, тут видишь, все тачки попадали уже. Да вы не бейте меня по голове-то. Ой, как сильно тебе это помешало, прям... Чего? Это ему реально помешало сильно. Нормально. Хорошо. Он был мокрый и сунул два пальца в розетку. Так, тихо мне тут, не стреляйте по мне. Глюк. Даня последний телефон у туалета заряжает. Тутун, турун, турун, тут. Глюк, ты там ножками топаешь, там ножками затопал копытцами своими. Я бревно засейвил. Давай, давай, навряд тебя он засейвит дальше. Глюк. Че ты стоишь там? Да блин, че ты побежал там, урло? Че ты стоишь, че ты побежал? Ходи пешком. Уже определись там. Я тоже не понял. Да нет, он такой встал, побежал. Нафиг, блин. Глюк, аккуратней там на повороте. Он вообще-то не в нашей команде, Димон. Нет, нет, а он сейчас будет думать о том, что его дико трясет и умрет. Видишь, как все аккуратно переделает. Куперфилд долбанный, перемещается туда-сюда, как хочет. Конь-одиночка. Вообще. Давай, пошел конь. Вот я попал ему пофигу. Вообще, бля, жалко было. Жалко, машина на него не падает. Просто посмотри. А вот пойду я словлю головой эти бочки и упаду нафиг, потому что это буду я. Потому что ты ковырнешься от них, еще что-нибудь. Глюк, ну ты настолько сильно очкуешь там ходить, Димон. Иди уже, блядь. Ну пускай идиот, какая разница, все равно он его не убивает. А вдруг бы именно эти убили его? То есть он теперь бочек не боится, получается, да? Да ты видишь ему пофигу? Он обходит бочки. Нифига он там на краешке стоит. Прошел цемент. Вот давай, чего-то кара упала тоже. Все машины попадали, в принципе, кроме вот этих хотящих бесполезные тачки. Примерно похуй на бочки, понимаешь? Ну да. Там вроде их дальше машины не попадали. Надеюсь, они не смотрели вообще на них. Может, они не попадают? Вдруг там какая-то логика видно, есть. Нихуя просто. Нахрена ты мне сказал, не смотри. Теперь ты смотришь туда? Я смотрю туда, приближаю, как-то разглядываю. Пошел, а, посмотри, пошел аккуратно. Фига он выскочил. Не стреляй, Димон, пожалуйста, не стреляй. Надо расстреливать, блядь, ему труднее будет. Он все уже прошел, блядь, пока я говорил. Да все, нет. Сука, я забыл про ток. Да блин, он такой лакермен, я вообще дурею с него. Посмотри, как он аккуратно проходит. Прошел, по лавочкам пошел. Прыгает там что-то. О, квантумец, ты видишь, что дальше? Да, наша любимая. А там опять все попадало, ты посмотрел туда, да, Димон? Бля, взглянул. Ну, понятно. Зачем? Красавчик, Глюк, просто. А ты хорош. Что это было, Глюк? На ровном месте. Я хотел назад немножко отойти, и я случайно отжал правую кнопку мыши, и он такой, развернусь-ка я через 2 метра. Понятно. Давай, пошли, пацаны. Нифига себе, он упал. Димон, если бы на секунду... Димон. Ну, я ебу как бы. Ну, Димон, ну значит...
Ну и чё? А он в блок вообще упал. Да ёбаный в рот. О, глюк упал. Так, меня сейчас сами должны повесить. Почему они так бегают? Я на них еду, еман. Блядь, и Заря вообще похер на трупы. Заря нереально его катают. Я вижу. Ай, меня перекрыло. То есть, типа, трупы не убивают, вот, да? Вот, тачки падают. О, не упало. Надеюсь, ты не упадешь по-братски. Не упади. На, да наконец-то! Буква Ю. Похую. А. Впервые эта машина не упала, но он начал пережить это повторение. Да, пыхнуло сразу. Дизари. Давай уже, делай что-нибудь. Предпринимай действия. Предприми действия, не стой на месте. Я тебе лицо посвечу. Только ток не трогай. Мы не видим, ты же не лазерная указка. Не надо, у меня хп нету и так. Хорошо, хорошо. Машинами долбите. Долбит нормально, кстати. Ага. Тебе нравится? Он тумец. Так что, я все правильно сделал? Ну у меня он просто задержка большой. Ага, электричество, видишь, обходит здесь. Пошел аккуратненько, турун. А у него жизнь реально тутун. Уже здесь тоже, ток. Нет, там тока, не говори ему ничего. Ой-ой-ой. Да вам пофигу на этот мяч было. Давай, Дизари, не очкуй, Славик. Ура! Охота на енота. Он маленький и безобидный, не трогайте енота. Димон, давай дойдем до конца сейчас. Давай. Давай, и прыгай, знаешь, такие. О, квадрик упал. Ой, тихо-тихо-тихо, тут квадроцикл с ума сходит. Фух. Ай, это погнали страшно нахуй было. Димон, ты чё, нафиг? Ты видел? Ну это подстава какая-то. Трясис, Димон. Ты умер. Да, ой, я подвернул ногу и умер. И улетел, решил уйти. Прекрасно. Послушайте, я не знаю. Давайте до конца просто дойдем. Я Квантумцу даю шанс. У меня есть некие проблемы. Я застрял. В этом замечательно. О, все, отстрял. И трубы уже покатились. Скорая помощь не упала. Чего? Серьезно? Ну, вам это не помогло, в принципе. Что-то там горит. И здесь-то... Пацаны... Ну, ты иди, ты достал. Что ты можешь это... Томишь. У них тачки не попадали, Димон, вообще нигде. Посмотри, тут что за... Такова наша доля. Ну, и те, кто со мной в команде в целом. Нормально, я выжил. Ничего другого мы не можем вам предложить. О, бочки, нормально. Долбучки попадали. Гадости такие. О, пошли разряды. Аккуратно, отойди от этого лучше. Не подходи к этому, это небезопасно. Это высокое напряжение. Ты сам как... с собой разговариваешь, да? Укусит? Офигеешь. О, блин. Он фонарем ее вверх поднял. Да, великий разминирователь. А ты заскамил, вот тут аккуратненько. Я тут тогда упал. В рот я брать ничего не буду, а в руку с удовольствием фонарик возьму. Это ты на опыте, а я это самое, не хочу так. Вот тут я тогда упал, затопал как бешеный какой-то и все. Я понимаю тебя. А тут страшно ходить. Прям по тебе уже стреляют. Утюка. Ты скамишь их и смеешься? Ну да, что смешно ведь. Как здесь пройти? Как ты прошел тогда? Ты просто упал здесь? Просто да, вперед. Ой, как страшно это было, что он сейчас разобьюнькается. Так. Я не знаю, это только у меня вы стреляете? И у меня они тоже по мне стреляют, если что. Аккуратненько. Здесь тоже, блин, о, тут бобр-цемент, нормально. Бобр-цемент? Да, тут там. Тут так же, как в прошлый раз. Как страшно-то. Что здесь? Вот это вот сверху надо разминировать. Пацаны, вы что такие нервные? Там сверху вроде упала эта маленькая хрень. А я уже на земле, на платформе, фух. Вы стреляете по Квантумцу. Вы в меня попали. Да я просто... Джеронимо, нафиг! Тут просто беги, тут ни хрена тебе не угрожает. Ну я понимаю, но на всякий случай лучше осмотреться, чем не осмотреться и сдохнуть потом от какого-нибудь белаза, упавшего на голову. Капец, как страшно. О. Это очень страшно. А ему конкретно повезло. Так, я буду умней, я все видел. И... Вот ах ты ж гадость такая, тут электричество. И как быть? Они заюзали вот это уже. А, я понял. Я аккуратненько пройду по центру. Буду хитрее. Я прошел. Пока что все хорошо. Жив, цел, енот нафиг. Ну все, давай, скамеечки, это тоже понятно. Надо прыгать, наверное, Квантумец. Тихо. Давай. Тихо. У, прошел! Тут тоже все ясно. Тренда, нога, тренда, нога, тренда, нога! Разминировал. Отлично! Там бебра стоит, нет! Бебра. Вы что, боты, вы поддаетесь мне или что вы делаете? Мы подкручиваем. Извините, я не понял, что это вообще. Понятно, это хорошо. Тут дырдочка. Прикинь, с беброй в эту дырдочку попасть страшно будет. С беброй, да. Я и моя бебра. Да вы реально боты, вы чё делаете? Я просто по нему уже начинаю стрелять, он мне надоел. Вот у меня что-то горит. Жопа моя, пожарка горит. Пожарка горит.
О, блядь. Понятно все. А, уже кто-то уронил у нас этот наш квадроцикл. Да, он сам уронился. Уронился? Главное, чтобы другое не ронялось. Не смотри просто, Димон, туда смотри за ними, следи и камеру не перемещай в сторону. Мне кажется, Димон, он от этого падает. Следи за ними. Хорошо, я слежу. А давай ними. По квадрику стрелять, как они стреляли в меня тогда. На нафиг. Он вылезти не может. Или он вылез? Реально? А, он вылез и вообще пофигу. Нормально, скатываюсь, короче, на ваших этих, блядь. Ладно. Дизайн сдох, а глюк не вылезет оттуда. На меня мы похоронили глюка. Упала, кто нет. Скорую скинул на меня? А я думал, похоронили, я скинул скорую. Офигеть, больно было, наверное. Глюк непонятно, у меня скорая должна сначала спасать. Упала, потом да, не у меня упала. Тоже, потом я... Глюк у меня сейчас вообще идет по площадке, нет, где нихера. Ну да, бывает. Козлюк, она зацепила тебя. Смотри, я сейчас чуть не упал сам. Понял, Димон, не смотри вправо, машины падать не будут. Вроде бы так работает это, мы выяснили. Ходит, ходит, конь. Педальный. Ну, конечно, спасибо, это ведь тебе так сильно поднасрало. Это как раз веточку сломал, которая мне мешала. Бесполезная какая-то вообще штука. Вообще не говори. Блин, все, вот, он вот пролетел. Ну, мы вот хотя бы дизайн избавились. Понимаешь? Глюк. Здесь шанса нет. Будет минет. Вам пизда. Не надо. Димон, главное, не волнуйся. У меня есть еще одна скам-затейка. Глюка, почему у меня тебе волосы на вот сейчас можно. Выбриты, как будто это лифчик? Я специально так выстрогаю. Он культурный. Ему нравится. Я скрываю свои соски. Блять, вот сантиметрика не хватает. Ну да. Да ему вообще смотри. Пофигу на эти бочки. Он тупо ты живет ты, там, я прыгай. Я в студняк попадал. Он бронированный конь просто. Да вообще, танк. Глюк, давай, короче, проходи до этой машины. А ты что, пострел на эту кару? Почему она упала уже? Я не понял, что с ней случилось. Что такое аккуратист дофига, Глюк? Он меня понял? Упал! У меня нет, он в кустах у меня. Вон его голова торчит. Так, внезапный хедшот! Ага. Ага, иди. Ну хорош! Вы жизни меня сняли больше половины. Я в тебя не попадал. Не-не-не, я случайно стрельнул, чтобы попугать его, и испугал так, что он умер. Я еще не умер. Почему оно падает там все? Он решил обойти все. Такой же козлюк. Алло, машина! В смысле? Я настрелял в тачку, она не пробивается. Чё за прикол? А где он? Он на лестнице стоит. А, вижу, на скамеечках. Какого бляда? Красава! Охренеть! А там была тачка наверху? Я вообще не знал. Погнали. Где они? Пусть ничего у нас не попадает. Я думаю, где обычный квантумец. Да в квадроцикл я шатал вообще. Нет, зачем ну а как мне на квадроцикл не смотреть, то... Ну, блин, на него смотреть-то надо в любом случае. Глюк, не стесняйся. Дизайн, нифига ты акробат. Могу, умею, практикую. Ой, она падла в глюка там. Я прыгаю резко, быстро. Ой. Глюк, пока, нет. Мне такое чувство, что... Не, фигня, скорые опять попадали, это не работает, Димон. Да я застрял в этой штуке. Нормально тебе. А как мне выбирать? Ой. На нафиг! О, это было неприятно. Наверх. А как я? Дизайн погиб, он там застрял вообще. Так как ты умудрился-то? Да ну? Я выпрыгнул, лечу, падаю, бьюсь и умер, хп тратится. Вау. Глюк, приятного времяпрепровождения там, как говорится. Нормально, выжил. Я думал, ты улетел. Да, блядь, успокойся ты, конь еб... Конь ебаный, точно. Прошел. Да хоть бы раз зацепило его. О, ну все, сейчас... Его. Тут только если он сам насосет, вот эта полоска бесполезности. Ну да, полоска бесполезности. Но у меня сейчас нет фонарика, я в прошлый раз с фонариком проходил. А, ну без фонарика чуть-чуть трудно, наверное. А Даня в тебя целится. Ну да, сбил. Да ну нафиг! Я сбил где его бочками! Пошут? Димон! Чего? Я его бочками убил. Тебе нужен фонарик? Да нет, ну, блядь. Все равно хочется украсть его у меня, да? Именно. Я... Это цель жизни, понимаешь? О, разминировал, красавчик. Так, я не буду тебе на голову падать, чтобы ты опять не улетел, как в прошлый раз. Да что за херня? Понятно, я даже не виноват был. Я не понимаю. Проблема с доступом, может ты раз подряд под это старт. Проблема с квадроциклом, блядь. Да, ловушка была неплохая, вынужден признать. Почему ты не умер? Квантумец, я делаю тебя сильнее. Ага, я понял, спасибо. Надо было подождать. Там трубы покатились уже. Меня пингует. У меня ты упал. У меня я жив. Ну и живи тогда, себе спокойно. Вот и хорошо. Трындец, блин! У меня ты на середине озера сейчас был вообще. Ты видел, Димон, что сейчас у меня было? Ну, блин, ты у меня упал. Был телепорт. Да, я там уже я на грани был. Нет, у меня ты был уже не на грани. Ну ладно, в моей команде. Встань, дурила! Он такой резкий, такой опасный. Какие маневры какие-то неприятные, злые. Колеса минус. Залезь.
Спасибо. В смысле? Спасибо, да, пацаны. Тоже без... Он встал вообще в то место, где бочек и не было. Да, четко приземлился. Спасибо, пацаны. Сосочек, стрючок этот сломали. Скажите, он вам доплачивает? Просто если да, то я с ним больше в команду не иду. Нифига себе. Нет, ну там вообще реально как боты какие-то. Я ни при чем, честно. У меня ты подтекс... А. Ну это нормально. Господи. Вот он сейчас вообще лютый сделал, там маневр страшный. А, блин! Это уровень. Забыл о них вообще, да? Просто разбежался там. Вы на все ведетесь? Уйди отсюда. Это самая небезопасная бочка. Получите миллиард. А вдруг получим? Куда ты упал? What the fuck? Он у меня тоже упал. Такие рассинхроны адские. Ну что? О, меня столкнуло в бок. Ты жив. Это хорошо. А я на зеленой уже или нет? Ну я бы еще прошел. Еще иди. Я просто не понимаю, где я. Да, там, где трава, пойдет, все зелено. Успел пройти. Трындец. Хороший тайминг. А это уже не очень хорошо. Да, я не прям за тобой, кстати. Ну и хорошо, попутного ветра им уйти отсюда. Да ты что, мне мешаешь жить-то спокойно? Даня шары не любит гонять. Да вообще капец, не говори. Опять газонокосилка упала, что ж ты скажешь? Снова третий раз этот маневр повторить надо. Они зудят так страшно. Повторил. Повторил, да. Опасно, очень опасно. Повторилыч. Так, тачки нет наверху, они скидывают да. ее. Да она сама скидывается, собака. Остается только взрывать пожарку. А там тачек дофига и больше. Надеюсь, у вас все получится. Вантумет, быстрее. Да не могу быстрее. Идите. А я говорил. Ты везучая мурло, глюк. Ладно. Еще и квадроцикл просрал на тебя. Я не понимаю, ты вообще куда, ну типа... А шар вообще куда упал? Да, шар просто вправо. Он даже не... Да ебаный как! Понятно. Опять скуры попадали. И это еще дура упала. Я глюка убил. Ты еще живой? А, ты упал? Я спадал. Люди против людей. Димон, ты готов? Не сдохнуть от квадроцикла. Не сдохнуть от квадроцикла. Сколько раз ты вообще от него сдыхал? 4, 3, 2, 1. И падает такой. Повезло, но миновал. Ой-ой-ой. Как Вантумец просто ты меня заживал, понимаешь? Ням-ням-ням. Давайте, ребятишки. Вперед. Блядь! Что ты здесь делаешь-то? Я за тобой побежал. Да нафига так рано? Ты сдох не в самый подходящий момент. Просто да не бочки гонится труп. Залазь. Успел. Если бы, мне кажется, не успел, ты бы упал. Да. Ага. Это жесть. Димон, ну ты блинский блин. Димона жалко, кстати. Вообще. Я уже плачу. Не грусти. Хотите меня порадовать? Поставьте лайк. Этому ролику. Димон порадуется. Козел. Ну поставьте этому ролику. О, ну, он попал, отлично. Полезная фигня. Ему вообще все равно. Сразу побежал, козел. Я же говорил, пробегу, вот видишь, пробежал, все нормально. Вот это очень опасный момент. Давай, давай, енотик. Что делать будем? Стреляем. Блин. Ага. Не вовремя остановился. О, четко, как же страшно тут бегать, кто бы знал. Вообще капец. Димон, как думаешь, каковы шансы у нас на прохождение? Нет, ты упал раз 20 уже. Да. Я сейчас не упал. У меня одна нога осталась на платформе. Как платформу снести, снайперка? Там зеленая, если что, все нормально. Ты на зеленом. Да. А эта хрень упала, газонокосилка? Да. Да, интересно, загорится? Загорится, конечно, она дымится уже. Главное заскамить бочку, понимаешь? Бочка, да, это самое жуткое пока. Бебру заскамить, ну тоже можно. Не, бебра, она попроще будет. Ай, блин. Вот у меня давай ты просто, поймаешь еще. Там 4 шара, ты прям просто между ними пробежал. Ты забегаешь, за тобой просто шар закрывает вход. Че, она уже здесь лежит. Вот дрянной автомобиль. Вот, а уже горит, кстати. Штука горит. О! Что это было? Вот это я пальнул. Газонокосилка взорвалась у них. Да, мы ее пустили. Так, я меняю позицию сразу, чтобы мне было удобнее Даню отстреливать. Давай. Так, аккуратненько. Я сейчас его поджарю. Аккуратненько. Давай. Сейчас самое интересное впереди. Есть идея. Пока он не следит, не стреляем. Какая идея? Что у тебя будет лаг, как будто ты слез? Угу. Я не думаю, что такое будет. Квантумец. Ну сделай что-нибудь. Да надо добивать на 100 километров. Трындец. Ты попался на кликбейт. Они издеваются. Стрельнули. Почему он прыгнул сам?
Вот сейчас, аккуратно. В этот раз, я надеюсь, я пройду. Потому что Бебра уже улетела отсюда. Бебра улетела. И вот на этом... Все! Все, и что там? Прыгни, блядь, я прошел, это опрессоры. Опрессоры? Слава богу, давай на моцике. А что, только пулемет? Сделай тролли-вали ему. Он выше. Я понимаю. Я выше, да. Дизари, хочешь, я покатаю Дизари? Давай. Он не сядет, скорее всего. Почему? Я сяду. Он сядет. Выход из КУ, слышь. Я тебя попал! А я куда? А ты упал, Дизари? А я вижу, ты полетел! Фига я публике кручу просто восьмерочкой! Все! Тебе очень повезло! Жесть! Это был Дефран в GTA 5. Как тебе ролик? Пиши в комментариях. Спасибо за просмотр. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока.